Хей, йо, гайз, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру по названию Монолит. Хорошо, давайте тогда что сделаем? Ну, вы видите, да, типа, кавайный этот самолетик с кофе отдыхает, типа. Ну, погнали, короче, еще тогда забег. О, кошечок. Привет. Hero before. I'm from the surface. Я не знаю, ребят. Я вижу, а ты герой силы интернала. Так это? А ну, есть одна полноценная что? Ошибка. Не обращай на меня внимания, типа. Битер и зал. Так, Клейнес Демвей. Так, типа его зовут Клейнес. Так, я Фил. Я рад, что ты going to see, видеть лот вещи. Но запоминай мое имя, хорошо? Окей, поехали. И сделаем забежочек. Делаем забежочек. Единственный вот минус это вот, вот здесь по бокам это черные полосы. А. Так, у нас там босс, да? Да. Призрак. Минус призрак. Минус призрак. Большие деньги. Ну, 300 плюс, ладно. Опа, золотой ключ. Ла-ла. Это пополнять полностью максимум этих патронов. Лето. Ну, как видите, тут очень много разновидностей вообще врагов в игре. Поспали бы в воде своей, чем вы встали. Опа, улучшение. Сразу берем телепортэш. Потому что мы можем даже через лазер с помощью него проходить. Ой, большие деньги улетели. Ну ладно. Не такая уж большая беда. Нет, сферу я не потеряю. Так, сундук. Хорошо. Бац, 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 бац. Опа, золотая комната. Полетели. Ух ты, максимальный хп увеличено. Это очень хорошо. Так, теперь погнали за шмоткой. Хакукин, да? Так, вот это у нас отражается плюс. Сприт. Я думаю, давайте, наверное, вот это, да, возьмем. Но они такие. А, ну это, в принципе, как... Да, помните, у нас была... Большой запас патронов. Так, следующий враг. Ай-яй-яй.
подойдет к палке. Два раза коснул меня рыцарь этот. Ладно, плюс одну хп, считайте, отнял только. Только одну хп отнял у меня. Блин, какие-то слабые выстрелы эти. Но последний мощный. Так, 1 хп, 2 хп. Так, еще бомба. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж... Впервые таких просто вижу. Их не вот эту атаку, ё-моё. Нет, какая-то не очень сильная такая атака. Давайте увеличение урона возьмем, если будет. Нет, ту нету. Хил, экстра хил, и девайт вейерплей виапонс. Когда мы подбираем походу оружие, да? Амарол. Электричество, медленная что-то атака. Медленным уроном. Больше айтемов, я возьму эту. Вот эта мне комната немного не нравится из-за того, что какие здесь помещения. Так, а что у нас на магазин, да? Магазин. Магазин, магазин, магазин. ХПшка. Сюда попозже вернемся. Готово. Так, туда лучше. Хотя. Я возьму лучше next оружие. И пойдем. Ага, лазер. Пули. Нет, на самом деле лучше лазер брать. Лазер самый мощный. А, видите, он типа об стенку еще стреляет. Блин, но здесь не такой уж мощный урон. Ладненько. Так, подождите, а мы же босса еще не находили. Да уж, так, я вижу комнату с боссом, хорошо. Так, у нас же телепорт, да? Вот золотой ключ, найс. Фаербомбы. Немного армора. Ну, патронов. Ну, поехали. Скелет. Ой, чешется глаз. Глаз, блядь, чешется. Ни хрена себе, ему мало выношу. Вот эти маленькие огоньки. Фу. Глаз щупать, пиздец.
Лазер все-таки хуёвый был. Там еще была комната, блях. Ты ж, ё-моё, ладно. Уже ничего не поделать. Так, увеличено максимум ХП. О, урон это хорошо. Урон это всегда хорошо. Угу, патроны все пополнились. Все-таки их тоже убивает. Так, там призраки. Ледяной призрак заморозился, найс. Хорошо. Что здесь? Ну, да, то, что я их типа заморажу, это хорошо. Если так посмотреть со стороны. Ух ты ж, блядь! Это было хуёво. Это было очень херово. Это было очень плохо. А их тут двое еще. Ладненько. Хорошо. Так, комната с боссом. Вам погнали в эту сторону. Деньги. Будет возможность, я себе этот ХП куплю. О, машина. Prolonging table time between hits. Не знаю, как это работает, давайте попробуем. Допустим. Готово. Готово. Кстати, еще наверху там не был. Где у нас была эта комната с оружием? Туда. Так, фаербол. Нет, лазер. Лучше лазер. Короче, конечно, лазер не здесь. Не всегда хороший. Может быть, но все же. Лазер. Поехали. Ну,
считайте... А у меня бомбы, что ли, позабирали? Отлично. Еще держимся. По хпшке. Так, два... у меня 24к, нихера себе. Ну, погнали наверх. Это что такое? Нихера, это что новенькое? Так, тройные выстрелы. Финальный выстрел сильный, нет, пускай будет этот. Вы же здесь видите, типа заряд идет. Но он зато мощный. Но неудобный. Мощный, но неудобный. Так, хп-поинты, да? Но выгоднее, конечно, вот это купить. Я его и куплю. Так, бомбы. Готово. Что здесь у нас? Если золотую комнату здесь найду, тогда куплю. Да, вот это что видите, заряд нужно ждать, это вот долго. Да ёлки-палки. Всё равно отхватил. А, там еще оно клинит. Что? А вот этого я не знал. Что они ломаются? Блядь, они ломаются. Вот это очень плохо. Take long active. Time between animal staying long activate. Я не знаю, что это. Я возьму вот это попробовать. При получении урона там что какой-то баф мне дается. Так. Пули мы уничтожили. О, он мне еще секретку открыл. А это была не секретка. Тупая, тупая рыбка. А, я просто жду, пока она зарядится. Ясно. Да, тут есть золотой ключ. Для золотого ключа. Давайте, наверное, все-таки пойду потрачу душу. В скобочках сердечки. Два сердца получается. Получается два сердечка, да, трачу? Пять.
Я возьму армор и ключ. Блин, а если там будет армор? Тогда я, считать, обосрался. Нормально, я еще фул хп. О, вот этот лов тоже первые боссы вижу. Хера. Хрена. О, у меня еще бомбы тратятся по половинке, нихера себе. Или я находил, подожди, что я не помню. Кажется, не находил. Комнату золотую. Ага, так вы не стреляете, хорошо. Нихрена. Так, это портал или что? Или что это? Чё это было за атака такая? Просто я так далеко никогда еще не заходил. Поэтому я удивляюсь. Ай-яй. Они тоже дефаются. Готово. Но у меня хп держится очень хорошо. Ага. Ага. Фул армор. Full armor. Так, еще где-то один. Мне золотой ключ нужен. О-о-о. Какие мы мощные. Пипец, у меня денег. Фаерболы. Это херня, алло. За 110к. Сколько? 11, типа 110. Я же подумал, я ж у меня таких денег нету. Ой, минус бомба. А, это место, где они типа вздыхают. Ах ты, блядь, ты еще не сдох. Не думаю, что призраки заново появляются.
Он еще живой был. Так, чувствую, до проводов лучше не касаться здесь, оголенных. Так, хорошо. А, так они проклятые. Блять, проклятые, это тварь создает их. Так, патроны. Воу. Найс. Хорошие ловушки. Где я потерял почти все жизни. Так, две бомбы. КП. Экстра бомба. КП. КП. ГГ. Давайте тогда идти к магазину. То, что мне нужны патроны. Чё, попробуем? Поехали. Мне кажется, это финальный босс. Чё-то мне реально кажется, что это был финальный босс. Я просрал. Походу это был или финальный босс. О, трофей золотой я получил. Шо? Нихера у тебя тут предметов. Так, у нас только 80 тысяч. Сэкономают. Реалик. Ла-ла-ла, 150. Реалган. Жизнь или амму, защита. Знаете, я, наверное, куплю за 150, но когда соберем. О. Давай мне свой ковер. Да? Ребят, в принципе, я думаю, на этом можно и закончить. В
поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.